На самом деле это очень сложно сделать. По многим причинам, и экономическим причинам, да, ну, дело в том, что когда ты что-то сделал, за это надо отвечать, правильно? И не только там перед там мировой общественностью, еще надо отвечать перед теми людьми, кого ты как бы взял и вдруг присоединил, к примеру, да? А это достаточно сложно, потому что ты, допустим, присоединил, а туда нужны бешеные вложения, да? Там все на грани там разрушения вообще полного экономического. При этом мировая общественность будет сопротивляться всеми силами, и у тебя получается ты в вакууме, откуда как бы брать деньги, как перестроить так экономику, да, а мы еще не совсем готовы, ну, на мой взгляд, да, чтобы вот так кардинально, радикально раз и перестроить экономику, и сделать замкнутую систему, как это было там в СССР, да, к примеру. Вот. Поэтому это очень сложный вопрос, вот так его невозможно решить. Единственное, что, конечно, радикально настроенные, их тоже можно понять, потому что уничтожают там русских людей в том числе, да, этого тоже допускать нельзя. Очень сложная задача, очень сложная, очень трудно решаемая. Я здесь не могу ответить вот так кардинально.